Друзья, всем привет! С вами Мнемонте, меня зовут Женя, и сегодня вам хочу показать номер 5-звездочного отеля Splendid. Как он выглядит? Давайте обзор. Вот мы заходим в номер. Очень круто то, что в номере есть ванна. Все принадлежности. Шампунь, мыло, фен. И тут же душ. Если ванну не хочешь, можно принять душ. По телефону можно заказать сразу, что привезли горячее кофе. Полотенцесушитель. Здесь у нас сразу при входе находится шкаф, где находятся полотенца, тапочки. Здесь холодильничек, мини-бар. Оп. Вернемся на место. Тут, если захотелось солененького или сладенького. Здесь можно оставить в сейфе паспорт, документы, деньги. Большая кровать двухспальная. И если кто-то купается, то можно заглянуть. Та-дам! В ванну. Здесь можно расположиться папе, маме и ребенку. Раскладывается диван. Если взять два номера, они будут зеркальные, то можно входить друг к другу. Телевизор. Журнальный столик. Здесь есть меню, что можно заказать. Поесть, десерты и также напитки. Здесь кофеаппарат. Можно шоколадочку съесть, выпить кофе со сливками. И, конечно, вид на море. Какая красота! Вид на море. Сидишь на креслечке и любуешься этим видом. Все гости отеля бесплатно пользуются спа и тренажеркой. Здесь находится 5 саун и 3 бассейна. Пойдемте, вам покажу обзор. Также здесь есть массаж и другие спа-услуги. В номере можно посмотреть на эти услуги цены. Пойдемте же посмотрим спа. Также есть уличные бассейны, но они не подогреваются. Они актуальны для лета. Начну с зоны саун. Тут для отдыха есть водички, можно попить, посидеть после сауны, когда попарился. Можно на лежаках отдохнуть. Тут 3 сауны. Желтая самая горячая. Тут можно оставить полотенце, халат. Горячо. Сейчас мы идем в следующий. Красный. Она чуть полегче. Можно водички добавить. А также есть здесь, можно увидеть температуру. Какая температура? И можно поставить часы. И можно следить, сколько вы здесь уже сидите. Вот песочные часы. Так. Есть еще зеленая. Она закрыта. И тут пахнет елочками. Но она работает. Когда попаримся, можно пойти принять холодный душ, леденющий душ. Три душевые. Здесь сейчас не работает, а так можно льда набрать.
Сейчас не работает лед. Идемте дальше. А еще есть здесь финская, но она закрыта. Света нет, не работает сейчас на нынешний момент. Дальше. А здесь бросает сверху снег. И если нажать на кнопочку, но не работает сейчас, старт, и то сверху бросается снег. Здесь есть душевые, где можно принять холодный, горячий душ. Вот так вот душевые выглядят. Сейчас закругляемся, закругляемся. И плохо снимает вот верхний душ, боковой. Свет такой тусклый, и камера плохо фокусируется. Также здесь есть туалет. Вот он здесь, туалет, где можно сходить. Вижу, он тоже не работает, но есть туалеты чуть подальше. Вот так вот выглядит. С феном можно волосы посушить. Попарился и пошли отдыхать. Пересушило горло, можно водички попить. А еще есть, на улицу можно выйти. Здесь как раз можно покурить на улице. Есть открытые бассейны, но они не работают. Пойдемте посмотрим. Лежишь на лежаке и наслаждаешься. Давайте попробуем выйти. Опа, как тяжеловато. Открывается дверь. О, свежий воздух. Сейчас на улице плюс 6 градусов. А там еще находится каменная сауна, где нагревается и на горячих камнях сидите. Впереди находится столик, где можно сесть, покурить спокойно, посидеть в телефоне. Вот такой вот вид. Так, после сауны мы заходим в бассейн. Здесь есть туалет. Женский, мужской. А вот бассейн. Да, вот так он выглядит. Ходим с одного бассейна. Вот здесь мы покупались. Сейчас идем в другой бассейн. Есть еще два бассейна. Один побольше, а другой для детей, маленький. Я уже вам показывал, где здесь можно выйти на улицу. Вот эти столики, где можно перекурить. Это большой бассейн. Здесь всегда человек сидит. Можно его всегда спросить. Тут есть круг, спасательные жилеты, и вниз уходит туалет. Наверх можно подняться. Наверху находятся столики, где можно, ну и с видом, если хочется на море, перекусить, покушать. Вот наверху, видите, столики. Здесь вот лежаки, джакузи, большой бассейн. Бассейн имеет глубину 1,40 м. Здесь есть барная стойка, где можно заказать гамбургер, что-нибудь перекусить, что есть в меню, мороженое съесть, кофе выпить, шампанское.
хорошо, когда никого нету. И очень удобно, заметьте, находится на полу паркет. Вода вся стекает. Очень удобно ходить ногами и очень удобно с маленькими детьми. Вы выходите с бассейна, и вы можете не переживать, что ваш ребенок или вы упадете. Здесь температура в этом бассейне около 28 градусов. Бассейн имеет. А вот в маленьком бассейне, очень горячем, мне кажется, где-то 36, а то и под 40 градусов, наверное. Может, ошибаюсь, под 40, но 36 градусов точно должна быть. Теплая очень. Есть телевизор, везде музыка, подсветка. Пойдем посмотрим маленький бассейн. Там не глубоко, там глубина где-то 60 сантиметров. И вот сразу море, скажем так, можно попариться и выйти к морю, море покупаться, потом снова в сауну зайти, чтобы погреться. Я сказать, полотенце и халат можно, и тапочки, они намокают очень быстро, можно в любой момент всегда пойти поменять. Хоть менять, скажем, хоть 10 минут каждый. Иногда на барной стойке, там, где человек сидит, всегда находятся чистые полотенца, можно взять. Если их нету, есть специальная раздевалочка, куда вы приносите мокрые свои полотенца, халаты и тапочки, вам дают все сухие, теплые. Так, мы сейчас с вами идем, тут вторая рецепция возле сауны. И тут можно... Здраво. Можно дополнять пешкири и папочек? Да, до промени. А здесь можно поменять полотенце и тапочки. Вот мы с вами посмотрели номер и спа в отеле Splendid. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, пишите свои ответы, пожелания. И до новых встреч!